Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости нашего канала. Вот опять наступило время премьер, новых песен, как обычно. Прошу вас с пониманием послушать и вниманием новые мои работы. И вот одна первая работа, которую я предоставляю вам, она необычная, но я не буду раскрывать всех таинств этой работы. Вы сами сейчас услышите в этой все песне. Ну и так, поехали! Итак, друзья, новые песни, как всегда. Поехали! Лежала ручка на столе, на белом полотне бумаги. По ручке муха потихонечку ползла. Месяц на небе звездном из-за туч вылазил. Погода к ночи обалденная была. И только фонари в ночи объект с улыбкой освещали. Закончить писанину муха не дает. Передвигаясь в ночь по ручке, она особо без печали облюбовала мою ручку и ползет. А мне закончить бы к рассвету, но не могу, когда мешают сочинять. Хотя на улице и ночь, но уже лето, а муха не дает нарочно мне писать. А мне закончить бы к рассвету, но не могу, когда мешают сочинять. Хотя на улице и ночь, но уже лето, а муха не дает нарочно мне писать. Замолкли соловьи давно, петь серенады перестали. А за окном на улице брежет рассвет. Ох, если мне бы дописать новую песню, хоть бы дали. Муха на ручке мне устроила протест. Уже и мысли путались, и рифмы строчкой исчезали. Но муха ручку мне никак не отдает. Что я придумал написать, мысли конкретно исчерпались. А тварь по ручке все неистово ползет. А мне закончить бы к рассвету, но не могу, когда мешают сочинять. Хотя на улице и ночь, но уже лето, а муха не дает нарочно мне писать. А мне закончить бы к рассвету, но не могу, когда мешают сочинять. Хотя на улице и ночь, но уже лето, а муха не дает нарочно мне писать. А мне закончить бы к рассвету, но не могу, когда мешают сочинять. Хотя на улице и ночь, но уже лето, а муха не дает нарочно